искал сосую причины самого себя. Ты личность, ты личность. Под причиной самого, разумеется, сущность, сущность, которую существование заключает в себе, в тебе. А природа, как уже существующая, данная тебе, данная тебе. Исходное утверждение о причине, о той самой причине, о спонтанной истинной первопричине, первопричине, привело рассуждение к объединению понятий, понятий Бог, природа и субстанция их объятий. Держень картины мира всех, так сказать. Но бытие, существование Бога надо еще доказать. С этого доказательства и начинается философия. Если идея Бога дана, то правило не утопия. Оу. Существует бесконечное число познаваемых вещей, и не может понять бесконечного ум людей. Конечный ум сам по себе не может ничего понять, если не определяется вне себя. Надо полагать.